обычный дождливый вечер. Меня давно интересовало изготовление свечей, и наконец-то я решила воплотить свои идеи в жизнь. Вы можете изготавливать свечи разной формы, разных цветов, ароматизированная или нет. Все зависит исключительно от вашей фантазии. Я вам покажу, что сделала я. Это был мой дебют в изготовлении свечей. Надеюсь, вы оцените. Первое, что нам понадобится, обычные белые свечи. Продаются в наборах и стоят недорого. Разбираем на запчасти и достаем фитиль. После мы его используем. Полученный воск погружаем в форму и готовим водяную баню. Для того, чтобы сделать ваши свечи цветными, я использую цветные восковые карандаши. Их будем добавлять в воск, чтобы придать ему нужный окрас. Формы могут быть совершенно разные. Освобожденный фитиль привязываем к чему-либо, чтобы один конец не упал в воск. Вторым до дна опускаем форму. Плавим воск на водяной бане, периодически помешивая. Сюда же добавляем восковые карандаши. Когда все расплавится до однородной массы, заливаем форму и даем полностью застыть. Только после извлекаем из формы. Если вы делаете разноцветные свечи, давайте каждому слою остыть, чтобы воск не смешивался.